2017 году в «Газпром Трансгаз Томск» создан и внедрен в образовательный процесс учебно-тренировочный полигон противокоррозионной защиты, на котором размещены 12 полномасштабных действующих производственных объектов. Полигон создан с учетом особенностей работы оборудования противокоррозионной защиты, эксплуатируемого в ПАО «Газпром». В качестве объекта защиты выбран двухниточный трубопровод диаметром 325 мм с длиной ниток 50 метров, соединенных перемычкой. Реализованы следующие действующие объекты. Установка катодной защиты. Полномасштабный шурф диаметром 325 мм. Полномасштабный шурф с отрезком трубы диаметром 720 мм. Классическая компоновка. Разъединитель, реклоузер, трансформатор. Макет высоковольтной линии 10 кВ в 4-метровом габарите. Комплексное распределительное устройство наружной установки. Пересечение трубопровода с автодорожным полотном в футляре. Пересечение трубопровода с железнодорожным полотном. Установка дренажной защиты. Генератор блуждающих токов, позволяющий имитировать условия пересечения с железнодорожным полотном. Панель имитации повреждений для реализации всего спектра возможных штатных и нештатных моделируемых ситуаций работы оборудования на каждом технологическом участке. Целый ряд объектов реализованы впервые в системе ПАО «Газпром». Дистанционный контроль и управление ведутся с диспетчерского пункта и системы видеонаблюдения. Уникальность достигается применением технологии дополненной реальности, которая, в отличие от виртуальной реальности, позволяет работать не только на виртуальном оборудовании, но и автоматизировать проведение образовательного процесса при работе на реальном оборудовании, существенно расширяя функционал и возможности по работе на объектах полигона. Технология дополненной реальности реализована в трех режимах – информирование, обучение и контроль. Режим информирования позволяет отобразить элементы, скрытые от глаз, показать дополнительную информацию об объектах полигона. К примеру, в шурфе для поиска повреждений изоляции система информирует об участках с повреждениями и о характерах данных повреждений. В режиме обучения отображаются пошаговые инструкции по работе на объектах полигона. Например, при выполнении учебно-тренировочного задания включение станции катодной защиты в работу. В режиме контроль выполняются задания для проверки полученных знаний. Например, выполнение задания по поиску и определению характера повреждений изоляционного покрытия. Полигон противокоррозионной защиты «Газпром Трансгаз Томск» стал основной площадкой на смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной защиты ПАО «Газпром» 2017 года». Учебно-тренировочный полигон представляет собой комплексную образовательную платформу, включающую полномасштабные действующие объекты, объединенные в единую информационно-образовательную среду, реализованную по технологии дополненной реальности, на базе которой сформирован весь спектр возможных штатных и нештатных моделируемых ситуаций.